целью выявления нелегальных работников. В ходе данной проверки были задействованы органы ФМС, УВД участковые, администрация города-курорта Анапа. Были проверены объекты, как санаторий «Десантник России» Южный. По результатам проверки выявленных нарушителей не было. По оперативной информации, рейдовая группа, усиленная нарядом казаков, выехала в Витязево. Проверили документы у 40 мигрантов, прибывших на работу на летний период. Документы оказались в порядке.